На следующей неделе в городе стартует проект «Открытый диалог». Руководство городской администрации, депутаты местной думы, представители управления, организации учреждений встретятся с трудовыми коллективами. Традиционно на встречах у каждого будет возможность задать интересующие вопросы и получить на них компетентный ответ. Проект «Открытый диалог» будет работать до марта. Запланировано 17 встреч. Несмотря на то, что встреча проговаривается, что это встреча с определенной категорией жителей, допустим, работники образования и культуры, но тем не менее любой житель города может прийти на эти встречи, задать вопрос, в том числе тем работникам, которые там будут присутствовать.